думал, речка тут третий. Но что-то, наверное, не получится в обычных сапогах. Друзья, товарищи, всем привет. Приехал сегодня на реку, пытаясь пробиться до того места, где рыбачил в прошлый раз. С единственной поправкой, то что сейчас заехал с другой стороны, для того, чтобы прошагать меньше. Вот, ну не знаю, что из этого получится, потому что придется сейчас идти просто по целине. Тропинок, естественно, туда никаких нету. Вряд ли там сегодня есть рыбаки, на что я, собственно говоря, и надеюсь. Так что сейчас будем пробиваться и начинать ловить. Иду по целине. Не стал я сюда пробиваться по тропинке. Решил пойти по целине, для того, чтобы мои следы особо сильно не были заметны. Вот, потому что если следы будут видно, то по следам придут рыбаки, а мне это не надо. Как говорится, пусть каждый ищет свою рыбу сам. Мы свою найдем сами. Потихонечку приближаемся к месту рыбалки. Здесь вот интересный участок такой. Там он прососы, тут прососы. Так что надо будет сейчас, наверное, обходить. Ну, как бы, как я и говорил, я подошел немножко ближе к тому прососу. Там оказалась полынья с течением. Вот, так что влететь туда это все. Сразу каюк. Вот так вот приходится пробираться до рыбных мест. Вот по такому вот бурелому. Ну ничего, сейчас выйдем. Надеюсь, там никого нет. Тут вот тоже место интересное. Надо будет здесь тоже забуриться. Ну, короче говоря, по моим следам здесь кто-то ходил. Вот. И место теперь разбурено. Не знаю, поймаем мы сейчас тут что-нибудь или нет. Это, конечно, очень печально. То, что здесь все изнахрачено лунками. Ну, видимо, кто-то просто прошел по моим следам. Вон что, тут лунка на лунке. Жесть. Тут-то вообще полный финиш. Ну, ладно. Попробуем, чего уж теперь. Если честно, то я с очень большим волнением сейчас буду смотреть в подводную камеру, есть тут рыба вообще или нет. Вот, потому что точка оказалась разбурена, а рыба могла отсюда просто-напросто свалить. Потихонечку опускаю камеру, и уже начали мелькать силуэты рыбы. Вот она плавает, сорога. И вот они стоят. Заветные окуни. Вот они, красавчики. Сразу же приплыли.
на камеру. Вон что. Ой, какая. Ой, какие сорожены тут. Ё-моё. Какая красота. Какие толстые стоят, а. Ой-ой-ой. Ты смотри-ка, что. Прям толстомяски какие стоят, реально. Офигеть. Привет. Ну, судя по поведению рыбы, можно сделать осторожный вывод о том, что вроде как настроение пожрать есть. Если честно, то я очень сильно хочу засунуть туда мормышку и сразу же попробовать ловить. Я так и сделаю прямо сейчас. Перед рыбалкой настроил несколько удочек. Одну вот такую с маленьким чертиком и догонялкой. Но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. И одну оснастил металлическим кивком своим. Это сорога лайт удочка. И нимфошариком. Вот на нее сейчас и попробую. Вот. Кивок здесь тоже металлический. Моего изготовления коротенький. Немножко так и по-интересному я его сделал. И надо мне его затестить. Смотреть, как он себя покажет в работе. Должен он, по идее, выдавать достаточно быструю такую высокочастотную игру. Но это по моей задумке. Как будет на самом деле, не знаю. Шарик я сейчас потер, для того, чтобы он блестел. Лесочку надо чуть-чуть выпрямить. И все, давайте. С бугухтой. Давай, рыбка. Ловись, пожалуйста, сегодня хорошо. Надо быстрее ловить. Если пошел лифт, надо быстрее ловить. Но я, если че, я думал, что будет чуть получше оттянуть. Вот. Не вечер, как говорится. Да, на проводочке аккуратно и делать. Я эту мелочь сейчас выпущу. Просто проверяю, клюет или нет. Надо пробурить несколько луночек. И одну из них, наверное, закормить. Не взял я мешочек, чтобы размешивать прикормку. Приходится прям в кормушке замешивать ее. У меня, кстати, в прошлом видео вышла реклама игры. Вот, и мне один из первых комментариев, мне там пишет человек о том, что мало типа того, что на ютубе рекламы, еще и рыбак там продался. Ну, типа я огорчен, там все дела. Вот. Ну, вы представляете, как это звучит? Человек огорчен тем, что я зарабатываю на хлеб. Это же дичь. Надо же понимать о том, что сейчас и так цены в магазинах. Хрен пойми какие. Ты цепляешься за любую возможность заработать. Так что... Так что вот так что. Ну все. Лунка закормлена. Ожидаем массового скопления сороги. Не дает мне покоя увиденная в камеру плотва. Поэтому я сейчас попробую половить на снасть, которую собрал вот буквально на днях перед рыбалкой. Это вот такая вот удочка. Удочка самодельная. Кивок из нержавейки быстрого строя. Тоже самодельный.
такой вот маленький самодельный чертик. И вверху маленький поводок с крючком и белый шарик. Белый шарик из силикона. Как бы плотва, она вообще, в принципе, к белому цвету неравнодушна. Ну, сейчас попробуем на эту снасть. Мы ее и поймем. О! Вот она клюнула на белый шарик. Нормально загнула, нормально клюнула. Можно просто поднимать, чтобы была потычка тоже. Безо всяких там вытрясываний. Просто поднимать можно. Тоже на подъемную обычно клюет. Вот она. Но это взяла. А, да, тоже. Тоже на шарик. Вот. Еще и чертом подбагрилась. Нормально. Так, ну что, на нашу кормленную лунку вроде как пришла сорога. Вон она стоит. И ест. И сейчас мы ее будем ловить. Вот она. Ну, мелкая, конечно, что это. Совсем мелочь. Эх, по губам. Я сейчас это трясу и даже не знаю, куда мне лучше смотреть. То ли на кивок мне смотреть, то ли в камеру смотреть. В камеру смотришь, поклевки вот шарик она оп, засосала. На кивок смотришь, вроде нету поклевки. Короче говоря, вот такая ситуация. Но рыба мелкая. Сейчас одна сорожка подбежала более-менее покрупнее. И эти мелочи-то разбежала сразу в разные стороны. В общем, побегал я тут по плесу, побурил лунки. Забурился туда к дереву. Там маленькая глубина, рыбы нет. Сделал рядок еще здесь. Рыба куда-то ушла. То есть та стая, которая здесь гуляла, кочевала, она свинтила. Короче, сейчас буду собирать шмотки и двигать на новые места. На новые неизведанные места. Вот. Время у нас еще есть. Примерно часа 4-5 до заката солнца. Так что будем упираться до последнего. Кстати, рыбы нету даже на закормленной лунке. То есть сорожка та, которая плавала, она уже ушла куда-то. Непонятно.
набурился лунок на этом плесе, но рыбы пока нету. Так что идем дальше. Опять дошли вон до опасного места. Лунья, течение. Короче, надо будет сейчас через лес все это дело обходить. И там будет залив, там будем брить. Там 100% будет рыба. Вот так и происходит съемка. Ходишь туда-назад по всем этим буеракам. Зато смотреть интересно. Пробурил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять лунок. Ни в одной из них рыбы нет. Идем дальше. О, ребят, посмотрите, какая дрень с травой, со всей фигней, с тягой, но мелко, по колено глубины. Нам надо вон туда, видите, даже шмурдяк вон остался, чтобы пройти, мало ли что. Так что вот сейчас тихонечко тык-тык-тык и должны выйти на расширение. Вот тут дорога как в сталкере. Шаг лево, шаг вправо. Такая хрень. Нырнуть можно нормально. Вышел я на это расширение. Здесь, как я предполагал, уже есть следы человека, следы разбурки. Ну, сейчас будем проверять. Мамочки, смотрите, что я нашел. Обалдеть, ребят, смотрите, сколько малька. Просто стоит стеной. Смотрите, какой аквариум. Прямо подо льдом. Офигеть. Если тут такое количество рыбы под лункой, ну, я имею в виду мелкой, то, скорее всего, здесь может быть и окунь. То есть этот плесик надо однозначно очень хорошо прочесать. В общем, ребят, побегал я тут по всему плесу, побурил лунки опять. Штук 15, по-моему. И рыбы нигде нет. Вот, за исключением той лунки, где был малек. То есть окуня я не увидел. Не нашел. Ну, ребят, пришел я на точку, на которой, видимо, сегодня сидел рыбак. И вот тут такое вот скопление рыбы. Сорожка. Тут интересное местечко такое. Сейчас буду пробовать ловить ее на догонялочку. Посмотрим, что из этого получится. Ну, мелочь что. Совсем мелочь. Есть у меня еще одна удочка. С ним фошариком экспериментальным, весит 0,2 грамма. Вот такой вот маленький-маленький. Сейчас поставим его еще по другим лункам, которые тут есть, пробежимся. Посмотрим, будет ли клев.
О, елец. Елец попал. Смотрите-ка, что. Интересно. У них что, тут жесткая иерархия? Сорога поглубже, елец поменьше. Ну, в смысле, стоит на глубине более мелкой или как? Ой, ёп. Падет. Падет. Какая-то мелочь. Смотрите, какая мелкая сорожка клюнула на нимфошарик. Я такую еще ни разу жизненно без мотылку не ловил. Давай, беги. О! Ой! Ой! Вот это кабанчик! Бонус сегодняшнего дня. На мелкий нимфошарик клюнул. Акушарик. Пойдет. Хочу посмотреть сейчас с подводной камеры, что у нас тут на лунке с ельцами. Кто там? Ё-моё! Да тут окуней целое стадо. Причем нормальных. Вон что. Ну и ельцы проплывают тут, видимо. Вон, видите, какие окуши. Да, и ельцы плавают. Окуньки хорошие, добрые. Знатные. Сейчас подсунем нимфошариком туда. Вон сорога тоже плавает нормально. Я все понял. Сейчас будем вытрясывать. О! Шидзе. Сорожка. Пойдет. В общем, сегодня я занимался физкультурой. Сначала мы прошли до одной точки, на которой я в прошлый раз хорошо отловился. Через всякие буераки пришлось лезть. Ну и потом оттуда рыба куда-то слиняла. Ну и, соответственно, мне пришлось собирать все шматье и валить искать рыбу. Прошел я много разных мест, пробурил много лунок, смотрел с камерой, упорно искал. В конечном итоге уже практически отчаялся, уже начал подходить к машине и решил пойти вверх по реке. Вверх по реке, по тропинке, и пришел вот сюда, вот на это место. Я здесь, если честно, ни разу не рыбачил. Вот. Но на карте себе я обозначил и это место, и еще там есть выше по течению. Ну и, собственно говоря, я пришел, засунул подводную камеру в лунки, и тут оказалось просто самый натуральный аквариум. Ельцы, сорожки, окуньки, все это дело было под лунками, однако размер рыбы, конечно, оставляет желать лучшего. То есть такая рыба — это так, ну, уху сварить хватит один раз, но не более того. Вот, поэтому не знаю, что я буду делать в следующий раз. Не знаю, куда поеду и за какой рыбой. Загадывать не будем. Но постараюсь вас чем-нибудь порадовать. Решил я не выпускать рыбалку без рыбы. Приехал на эту речку еще раз. Но прошла уже целая неделя с момента моей прошлой рыбалки. Сейчас иду в то же самое место, где мы в прошлый раз нашли рыбу.
Надеюсь, что сегодня будет клев, и мы что-нибудь половим. Сейчас на реке в этом районе должно быть небольшое количество рыбаков. Но надеюсь, что мы никому не помешаем, и рыбалка удастся. Красота какая! На этом месте сегодня никого нету. Мы будем первые. Сейчас подойдем, аккуратненько бороним несколько лунок. Много сразу разбуривать не будем. Пробурим чуть-чуть. Посмотрим с камерой, есть рыбка или нет. Я думаю, что она тут есть. И начнем рыбалку. Пробурил, в общем, две лунки всего-навсего, потому что место локальное, и рыбку лучше сразу не пугать. Вот. Лучше пробурить две лунки, дать ей время успокоиться, заодно посмотреть с подводной камеры, есть там кто-то или нет, и потихонечку начинать рыбачить, если кто-то есть. Если нет, тогда уже, да, буришь дальше. А если рыбка есть, лучше немножко подождать. На второй пробуренной лунке глубина чуть больше, и там вдалеке, в ямке, видите, есть окуни. Нормальные, причем окушки. Вроде как вот он активный. Видите, как плавает? Вот. И в отдалении вон там стоят сорожки. Непонятно только размер. Но я думаю, что есть смысл пробуриться чуть-чуть речнее. Залезть вон туда в ямку. И попробовать там. Пробурил луночку. И вот такое вот тут скопление рыбы. В основном плотва. В основном плотва. И как бы непонятно. То ли она мелкая, то ли нормального размера. Не поймешь. Но ее много. Ее реально много здесь. Видите как? Очень много. Ну прям не терпится уже подсунуть мормышку и попробовать ее поймать. Но рыбы реально до хрена. Прям очень много. Взял я сегодня один чехол с удочками. Здесь у меня 4 штуки. Вот. Кивок из металла. Дальше идет крючок на поводке с шариком силиконовым белым и маленький чертик. Сейчас попробуем. Ух ты, какая была. Чувка клюнула. Мелочь. Попробую-ка я сейчас снова на нимфошарик. Кстати, заметил в социальных сетях несколько людей, которые подсматривают у меня мормышки, ну и пытаются делать примерно такие же, ну и, собственно говоря, их продавать. Вот. Получается, конечно, это у них не особенно хорошо, но самое смешное в том, что эти люди, я с ними никогда не общался, вот. Мне сказали то, что посмотри, они там вроде пытаются делать примерно такие же мормышки, как у тебя. Я захожу, а я у них заблокирован, представляете, то есть даже посмотреть не могу, но как бы наивно полагать то, что меня это остановит. Естественно, я нашел пути для того, чтобы залезть, посмотреть, какие мормышки делают эти люди. Вот.
Ну, получается это у них, конечно, мягко говоря, не очень. Вот. И оригинальную мормышку такого плана надо еще умудриться сделать. Вот. Так что конкуренция — это, наверное, хорошо, но когда люди ведут себя так, это не очень. Кто это конкретно, я говорить не буду, потому что это не в моих правилах. Просто скажу так, то, что этот факт есть, имеет место быть. Самое интересное, то, что эти люди, которые делают мормышки, похожие на мои, они выдают их за свои. То есть мормышки такого-то, такого-то. Вот типа того, что придумал сам, и вот мое типа изобретение. То есть никакого отсыла к авторству нет. Точно так же, как Саша Зайцев сделал колокольчики, да, которые никто до него не делал никогда вообще. Вот, и в этом сезоне все начали делать колокольчики. Все самодельщики начали делать колокольчики. Вот, и хоть бы одна собака сказала о том, что идея-то как бы не моя, а вот идея-то Сашки Зайцева, понимаете. Вот, такого нет. То есть у нас все асы, все очень хорошо плавают, и все все сами придумывают, никто никогда ни у кого ничего не слизывает. Такие вот люди. Вот. Никакого, так скажем, уважения к чужим идеям у людей нету вообще. Ну вот, поклевые окуньки. Окуньки не крупные, мягко говоря, окуньки мелкие. Не знаю даже, что делать. Сейчас, наверное, опять буду брать бур и идти дальше бурить. Ну что, друзья, товарищи, даже несмотря на обилие рыбы на этой точке, все-таки ловить ее неинтересно, потому что она мелкая. Поэтому я сейчас собираю манатки и двигаю дальше по реке. Будем искать интересные места там, где я еще ни разу не был, проверять их с камерой, искать рыбу и пытаться ловить. Ну вот, в этих местах я еще ни разу не рыбачил. Тут он перекатик, водичка бежит. Так, скоро весна. Последний лед. Уже и на поплавок будем рыбалить. Просто. О, ребят. Нашел рыбу. Ой, вроде как покрупнее, что ли, рыбки-то. Вон что. Офигеть. Где моя мормышка? Рыба. Ку-ку. Ты что не клюешь? Местечко, в общем, тут было интересное. Но, к сожалению, рыбка бежит куда-то по своим делам, поэтому мне не удалось ее поймать. Собрал манатки, сейчас пойду дальше по реке. Нифига себе. Короче, тут лед-то вообще вот. Вот солнышко выглянуло. Погода хорошая сегодня. Минус 3. Ветра почти нет. Смотрите, какие деревья тут лежат. Тут по-любому окуни должны пастись. Но тут, скорее всего, их нету. Хотя можно пробурить и проверить. Разбурка тут конкретная, конечно. Давайте проверим на всякий случай. Да, коряги тут жесткие, конечно. Там вон мористые, на тяге.
пасутся окуньки, вот они подплывают. Там нормальный окушок стоит. Сейчас подбурим. Вот смотрите, ребят, какие окуни тут на тяге стоят. Да. Мощь. Сила. Проплыл, какой жесткий. Сорога тут тоже. А, рыба есть. Достаточно много. Что они тут на тяге делают, вообще непонятно. Ладно, что будем пробовать. Как я, ребят, уже устал бродить туда-сюда по реке, по всяким проходам, по всяким переходам. Смотрите, какие места. Здесь шмеляк. Рыбы тут, скорее всего, нет. Вон там вон разбурки есть. Сейчас попробую там посмотреть. Рыба-то есть, в принципе, но размер маленький. Там вот, где был хороший окунь, там вообще рыба не клевала. То есть, даже ни одной поклевки не было. Так что... Ходим, бродим, бурим, пробуем, проверяем, ищем активную рыбу. Рыба есть. И рыбы много тут. И окушки вон хорошие плавают. Ну вот и отлично. Так как тут плавает достаточно много сороги, я решил попробовать начать с догонялки. Догонялку, капец, поклевка была, вы видели? Я в шоке вообще. Ой. Ну вот. Уже пойдет. Шарик. Вот и сорожка попалась на догонялку. Игру надо чуть-чуть послабже. Опа! Нифига! Вот это плотва клюнула. На нимфа шарик. Ха, вытряс все-таки. Ого, да. Пойдет. Присоси, да. Неожиданно. Тоже мне. Чуть покрупнее буду брать, эти прям, ну совсем уж, чистить замучаешься их на уху. О, на опускании. Что творит, а?
катушка клюнула. Все это, ребята, на неприкормленной лунке. Просто нашел. Вот и все. Пробурил. В месте, которое заметил на карте, тут рядом тоже есть лунки, а вот здесь вот на этой точке, на этом маленьком пятачке лунок нет. А разбурки нет. На дне трава, небольшой бугор, и за ним вот рыба. Все-таки она тут есть, она тут живет. Ну и вот сижу, ловлю, стараюсь не шуметь. Так-то бы еще, по идее, лунку присыпать. Ну ладно. Ой! Кушок. Такой пойдет на ушицу. Вообще, по идее, в этом месте может клюнуть абсолютно разная рыба. Я в плане размера имею в виду. Так вот могут клевать окуньки такие мелкие, 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 потом приплывет какой-нибудь на полкило, как даст. Вот. И сорога тут тоже есть. Есть на самом деле крупные экземпляры, такие там грамм до 300. То есть тоже есть случаи поимки. Вот. Поэтому тихонечко сидишь, тихонечко трясешь, а вот клюнет. Вот решил снова взять удочку с догонялкой. Ой! Давай, давай, давай. Иди, иди, иди. Сорожка на черта клюнула. Пойдет. Тут на самом деле очень сильная тяга. Поэтому дно так сильно пляшет. То есть когда только-только мормышку. Ой. Зацепилось, что ли? Ну, я вам говорил, ребят, о том, что ты как бы сидишь-сидишь, и тут может клюнуть вот такое. Вот. Клюнул на черта. Офигенский окунек. Вон. Видите, как? Вообще четко. Вот так вот. Красавчик какой. Огонь. Клюнул на черта. Так вот, из-за того, что здесь тяга, как бы дно, оно вот видите, вот сейчас дно, да? Сейчас вот чуть-чуть потряс, опускаю дно ниже, ниже, вот опять ниже дно. То есть мормышку утягивает сильно. Сносит течением. Вот. Но если поставить мормышку тяжелее, то игра будет уже не такая плавная. Вот поэтому уже будет не тот эффект. Вот тут у меня идет чертик. Он идет где-то 0,25 что ли грамма. В общем, маленький. Вес очень легкий. Соответственно, игра очень плавная. Ну и как бы из-за того, что мормышка легкая и игра плавная, то и сама догонялка, вот эта вот поклевка была, шарик вот этот на крючке, да, выше черта, который стоит у меня, тоже двигается более-менее плавно. Вот. Если мормышка будет более тяжелая, то, соответственно, и шарик с крючком будет дергаться более энергично. А для вялой рыбы это не всегда хорошо. О! Это у нас елец. Клюнул как жестко. Вон что. Прям вниз. Класс. Ну, то ли клев рыбы затих, то ли только сказал, сразу клюнул. На догонялку опять. Черта клюнул. Уже нормальный окунек. Живой.
Пойдет. Ушится сам. Паузе. И паузечку. Нифига себе, вот этот трофей. На паузе схватила. Во. Сорожка так сорожка. Отменная потва. Ну какая. Огонь. Пойдет. Паузе мелкий. Угу. Еще один зачетный мини-кабанчик. Ну вот черта, все дальше и дальше сносит от лунки. И вот основная масса это поклевок тогда, когда чертика от лунки достаточно далеко отнесет. Сорожка клевала. На догонялку. То есть прямо под самой лункой это что-то как-то не особенно. А вот подальше, когда сносит, тогда да. Тогда поклевывает. Пришла пора подводить итоги сегодняшнего дня. Побегал я сегодня по реке достаточно большое количество километров. Не знаю, сколько конкретно прошел. Ну, пятак-то точно. Прям вот железно. Пробурил лунок я сегодня в районе, наверное, штук 50. Может, даже чуть-чуть больше. В конечном итоге все-таки удалось найти небольшое скопление рыбы. Не сказать, что рыбка была активна, но тем не менее на снасти, которую я именовал догонялка, на самом деле это не догонялка, а это обычный тандем. То есть чертик маленький, выше поводочек, на нем крючок и маленький белый силиконовый шарик. Вот на эту снасть была поймана основная часть сегодняшней рыбы. Вот. Окушок такой добренький, грамм, наверное, 150-170, клюнул на черта. Такая вот сорожечка хорошая тоже проклюнулась, добрая. Ну и взял еще немного окуньков таких вот на уху домой. В целом надо сказать то, что для глухозимия, а сегодня у нас 2 февраля, улов достаточно хороший. Конечно, если бы мы пришли сюда пораньше и проловили здесь целый день, то кучка рыбы была, наверное, раза бы в 3 или в 4 больше, но в принципе и так хорошо. Могу сказать только одно, отдохнул я более-менее только сейчас, только вечером. Вот. А до этого был просто поиск рыбы, и единственная вещь, которая позволила мне добиться результата за сегодняшний день, я считаю, это только упорство. Упорство и вера в то, что я сегодня поймаю рыбу. То есть, грубо говоря, весь улов на моральной воле. В общем, друзья, не буду вам желать такой же рыбалки. Пожелаю вам рыбалки чуть-чуть попроще и более добычливой. Ну и у меня на этом все. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и познавательным. Увидимся с вами в следующих видосах. Всем пока.